Всем привет! С вами Дизмон, и сегодня у нас топ 6 бластеров 2K17! Погнали! На шестом месте расположен бластер из серии Nerf Nitro. Это необычный бластер, он стреляет машинками. О нем я рассказываю тут. Я делал опрос в своей группе ВКонтакте, что лучше, Nerf Nitro или Hot Wheels, и победил Nerf Nitro. Со зрителем не поспоришь. Пятое место, Nerf Doomland Studio. Хотя он не очень удобный и не совсем легкий, он круто выглядит, но у него есть неоспоримый плюс. С этим бластером будет гораздо проще запугать врага или отступить, за счет того, что он выстреливает аж по 3 стрелы сразу. Также у него есть барабан, в котором вмещается аж 30 стрел. Кстати, я снимал про него подробный обзор. Кликайте по подсказке вот здесь или переходите по ссылке в описании и смотрите, получился годный обзорчик, хочу вам сказать. Четвертое место досталось бластеру Nerf Rival Nemesis. Ты можешь сказать, что он по характеристикам один из самых лучших бластеров. Да что уж тут скрывать, он просто самый крутой бластер по характеристикам. Но почему же тогда четвертое место? Ну, во-первых, в России его нет, он очень дорогой, и для детей до 14 лет он не предназначен, потому что он создан для взрослых дядек, и я им попользуюсь и могу сказать, что он тяжелый и неудобный. Но это для меня, для взрослых людей он будет самое то. Итак, мы подобрались к лучшей тройке бластеров 2017 года. На каждый бластер из этого топа у меня есть подробный обзор на канале. Переходи по ссылке в описании или кликай вот на этот кружочек с буковкой и смотри. Третье место. Nerf Mega Twins Shock. Он очень удобный, хорошие показатели стрельбы. Несмотря на его большие размеры, он легкий и могу сказать, что это топовый бластер. Второе место. Modulus Regulator. Это очень навороченный бластер. Он сам говорит, когда кончились стрелы. Все, горит красная лампочка. Все патроны закончились. И она не врет. Все, смотрите, загорелась красная лампочка. Значит, закончились пули. Без проблем. Берем, вытаскиваем магазин. Вставляем новый. И пошел! Целых 3 режима стрельбы. Просто здоровый комплект поставки. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить величайшее сравнение новых бластеров с предыдущими моделями, а также кастомизация, модернизация и доработка различных бластеров Nerf. Нажми на колокольчик, чтобы первым получать уведомления о выходе новых видео на моем канале. А перед тем, как я объявлю победителя, хочу сказать, что это лично мое субъективное мнение. И напиши в комменты, согласен ли ты с результатами топа или думаешь иначе. Итак, наш победитель – Raptor Strike! Винтовочки, но до этого времени их было очень сложно отыскать. Я про Long Strike и Centurion. И тут вдруг внезапно появляется Nerf AccuStrike Raptor Strike. Показатели стрельбы отличные, держать удобно, и он просто круто выглядит. Подробный отчет об этом бластере смотри вот здесь. Ставь лайк, если хочешь забрать себе все эти бластеры из этого видео. Нажми на кнопочку «Поделиться», чтобы рассказать друзьям о топе бластеров 2017 года. И да, у нас стрим по пятнице в 18:00. Присоединяйся!
До встречи в пятницу. Всем пока! А также кастомизация, модерация... Модернизация. А также кастомизация, Модернизация. Кастомизация, модернизация... И доработка различных бластеров. Нерф.